Добрый день. Поступил следующий вопрос, опять-таки достаточно развернутый по клинике. Человек 10 лет, на протяжении 10 лет принимает такой препарат, как венлафаксин, депо форму. Вот. И, соответственно, при попытках отмены этого препарата чувствует себя очень плохо. Причем отмена проводится так, весьма резво, то есть с 3 капсул переход в течение 1 недели на 2 капсулы, потом еще неделя на 1, а дальше по состоянию. Состояние, естественно, плохое. В качестве прикрытия используется Атаракс, оксазепам. Соответственно, вопросы, правильная ли схема, что можно еще делать, почему все антидепрессанты, человек принимал много антидепрессантов, как он пишет, помогают только в начале, а потом не помогают. То, что касается отмены венлафаксина, то, что касается отмены вообще любого психотропного препарата, особенно если он принимается такой чудовищный срок, как 10 лет. Понятно, что при такой продолжительности приема отмена в течение 2-3 недель – это слишком быстро. Тем более для такого препарата, как венлафаксин, я, в общем-то, уже неоднократно говорил, что, на мой взгляд, антидепрессант далеко не идеальный, хотя имеет широкий спектр действия, но по побочным эффектам он вообще ближе, так вот, на мой взгляд, к трицикликам, и переносимость его, так скажем, не самая блестящая, а при отмене, в общем-то, вот этот вот синдром рикошета очень выраженный, жесткий. Вот, поэтому, да, венлафаксин, конечно, отменять за 2-3 недели при 10-летнем приеме ни в коем случае нельзя. Вот, во-первых, с депо формы надо перейти на обычный нормальный венлафаксин, на мой взгляд, и уменьшать его с шагом по 20% от дозировки где-то раз в 2 недели, не чаще. То есть снижение должно быть очень-очень-очень медленным. С учетом того, что принимали вы его огромное количество времени, 10 лет очень много, то, конечно, снижать вам его нужно ну, минимум 2 месяца, а никак не 2 недели. Это мое мнение, хотя я, конечно, вас не знаю, не могу делать назначение по вашему письму, но, тем не менее, предположительно именно так. То, что касается препаратов, которые вам рекомендовали использовать для прикрытия, Атаракс и оксазепам. В принципе, да. Атаракс, гидроксазин или оксазепам, они вполне могут быть использованы для облегчения вот этого синдрома рикошета, который возникает при отмене венлафаксина. Ну, единственное, что надо помнить, что Атаракс, да, можно принимать и все 2-3 месяца период отмены, а вот оксазепам дольше, чем 2 недели подряд, все-таки я бы принимать не рекомендовал. Там надо делать перерывы, то есть 2 недели прием, хотя бы 1 неделя перерыва, лучше 2. Вот. Может быть и комбинация и того, и другого, и Атаракса, и оксазепама. Но это в зависимости от того, какие проблемы будут возникать при вот плавной медленной отмене. И, наконец, почему антидепрессанты действуют только в самом начале и не действуют потом? Возможно ли это особенности организма, психики или самих лекарств? Все, конечно, не так просто. Во-первых, надо смотреть вашу ситуацию. Вы сами говорите, что 10 лет принимаете только венлафаксин. Естественно, надо разбирать весь ваш анамнез, что было, как было, как развивалось, что изменялось, какая необходимость назначать антидепрессант на столь длительный срок, что происходит вообще при полной отмене антидепрессанта. Как помогают, насколько помогают, в чем именно помогают, а в чем нет, как быстро симптоматика возвращается, что значит в начале. В начале первый месяц, первые 2 месяца, первые полгода или первые 4 года, потому что у вас срок приема колоссальный. Вот. В принципе, любой препарат, антидепрессант в том числе, наибольший эффект оказывает в начале терапии, потом этот эффект начинает снижаться. Поэтому, собственно, при лечении большинства расстройств, если речь не идет о тяжелых, конечно, психотических заболеваниях, мы говорим о том, что в начале идет медикаментозная терапия, в процессе стабилизации состояния на медикаментах добавляется психотерапия, потом медикаменты отменяем и оставляем одну психотерапию. Но это такая общая, так скажем, схема. Естественно, все должно решаться индивидуально. Надо смотреть, какая симптоматика, какое заболевание, какие проблемы, что именно не купируют антидепрессанта, и, исходя из этого, предпринимать дальнейшие шаги. Скептически настроены к принятию в ближайшем будущем нового антидепрессанта. Ну, тут ничего прокомментировать не могу, потому что, опять-таки, надо видеть пациента, надо разговаривать с пациентом, надо оценивать его состояние. Может быть, вам они вообще особо и не нужны, эти антидепрессанты, кто его знает. Так вот заочно сказать сложно.
Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.